Ангарская общественная организация инвалидов «Инватурспорт» вошла в число победителей областного конкурса на лучшую постановку оздоровительной и физкультурной работы среди людей с ограниченными возможностями. Он проводится ежегодно Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике нашего региона. В состязании приняли участие более 1000 общественных организаций инвалидов из 42 муниципальных образований. Хотелось в первую очередь поблагодарить наших ангарчан, которые дают такую возможность нам участвовать в конкурсе, помогают нам проводить и организовывать мероприятия. Без их поддержки навряд ли бы мы стали первые в области. За победу в областном конкурсе ангарчан наградят сертификатом на приобретение спортивного инвентаря на сумму 250 000 рублей.